Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим фигурку хищника, охотника джунглей от компании Neca по фильму «Хищник». Вариант появления из воды. Сразу почему-то Афродита вспоминается. По сути, перед нами стандартный нековский репейнт оригинального охотника джунглей из 8 серии. Но исполнен он сознанием дела и завидным прилежанием. Цвет тела подобран очень интересно, словно фигура соткана из пара. По ней змеятся голубые энергетические всполохи, чертовски стильно. Тело украшают знакомые трофеи, выполненные в маскировочном антураже. Этот образ можно отнести к третьей части картины. Хищник уже успел расправиться со всем отрядом Дача и теперь преследует последнюю жертву, наступая ей на пятки. Однако в воде камуфляж дает сбой, и наконец мы видим антагониста во всей его красе и великолепии. Артикуляция заимствована у 8 серии. Подвижна голова, пушка на плече, руки легко поднимаются, сгибаются в локтях, кисти на шарнирах, есть точка в поясе. Прозрачные лезвия выдвигаются. Ноги на шарнирах, которые прекрасно скрыты, в отличие от соединений в коленях и локтях. Двойные колени сгибаются. Ступни подвижны. Аксессуары. Наплечная пушка и отпадно детализированный череп, как его ни крути и с какого ракурса ни гляди. Лично я не являюсь любителем репейнтов, но этот образец меня заинтересовал. Выставленный в определенные позы, на полке этот парень выгодно выделяется на фоне собратьев. Это даже не коллекционный экземпляр, скорее украшение, которое радует глаз. Спасибо за внимание, всем удачи и до следующей встречи!